такая же неплохая подача у Куркаева. На шестой строчке ныне находится он в данной игре. Хороший блок, и у Кузбасса имеется. Новосиев полетает. Один мяч. Савин. Достает. Просто будет перекидка мяча. Здесь Голубев четко контролировал. Вновь Кузбассу сложно. Но атака. Нет, не будет. Виктор Полетаев делает скидку. Савин. Двойной блок. Смягчает. Летает. Очень сложный мяч выигрывает кемеровский Кузбасс. Благодаря усилиям всех игроков в белой форме. Налтовасиев делал передачу Полетаеву. Отважился Виктор. Смотрим за планером. И Никитина. Отправляются гости. Но переходящий мяч. Сергея не хватало кемеровчанам. И второй эйс подряд. Третий подряд эйс сегодняшней встречи. Но в ту же точку отправлял мяч Куркаев. И это было правильно. Атака гостей. Блок. Здесь защита страхует. Родичев. Павлов. И пробивается Николай Павлов в тяжелейшей ситуации. 3-22. И неизвестно, что будет дальше. Полетаев. По рукам. Не попадает. По рукам. И счет становится равным. И во площадке Налтовасиев. Переходящий мяч. И атака. Есть шанс у кемеровского Кузбасса. Полетаев. И Полетаев этот шанс использует. Сумасшедший по интриге и накалу. Первая партия завершается все-таки победой хозяев площадки. 25-23. Но, думаю, погоня еще будет со стороны хозяев площадки. Очередной эйс от Савина. Отлично сейчас атаковал уже Игорь Кобзарь. И вот она пришла в нужный момент. Дмитрий Пашицкий. Эй! Павлов! Ошибается сейчас Павлов. В игру во второй партии. Хорошая подача. Но нужен блок. Не успевает он подняться. Ильяс Куркаев. Очень быстро смахнул мяч. И накоснулся мяч и отдали мяч гостям. В итоге эйс Николая Павлова тут же не замедлил ждать. Хорошая подача. Здесь уже Мартынюк вселился по площадке. Павлов атаковал. Страхует на задней линии. Гости Савин. Скидка проходит. Сергей Савина. Связующий гостей. Не проходит. Первый темп. И здесь, да, ошибается Дмитрий Ильиных. И что, эйс? Эйс в исполнении Виктора Полетаева. И не сможет тренерский штаб гостей взять видеопросмотр. И в сетку сейчас попадает Сергей Савин. Не удался ему первый пас сегодняшней встречи. Есть Голубев. Но в итоге атака у Кузбасса будет. Дмитрий Пашицкий. Сетбол у Кузбасса. Есть подача. Нужен блок. Но его нету. Вернее, блок есть. Но закрыть атаку не успевает. Подача Щербаков. Эйс. Второй матчбол получает. Волейболиста Локомотива. Отличная вновь подача. Переходящий мяч. Борется.
кемеровчане за этот мяч. Полетает! И Павлов здесь пытался спасти мяч в защите. Говорит, выше, нужно было поднять мяч. Переходящий! И здесь блестяще действует Дмитрий Линых. Мальчики, очень интересная и напряженная игра сегодня нас ожидает. Как мы говорили в начале этой встречи. Дмитрий Линых вновь его закрывает. Что-то никак не идет пока. А Полетаев не попадает. И очередной. Да, видеопросмотр просит тренерский штаб кемеровского Кузбасса. Мяч за. У Локомотива Лукаш Дивиш. И завершает эйсом эту встречу Лукаш Дивиш. Свой первый эйс и ставит решающую точку в этой встрече Лукаш Дивиш. Подает. И забивает Валентина Круткова. Еще одна классная подача Романа Жосе, второй из подряд. Балует он Мэтью Андерсона теперь. Прибавляет уверенности Роман. Осталось подать в Леона. Третья попытка. Роман Жос в Леона подает в потолок. Мяч. С ума сойти. 8-7. Завершается потихонечку первая партия. Идеальная двойка. Атака. Андерсон принимает. Ронарик-то пасует снизу. Леон. Ой-ой-ой. На трассе блоки. Невозможно было. Это фантастический мяч. Да. Посмотрите, вот отсюда, с этой точки, великолепно видно. Тройной блок, летит, разворачивает. Спиридонов опять пытался сыграть сиганочку. Да. Где подача? А, ошибка, это сет. Ошибка и заканчивается партия. 25-22, 1-0. Успешный, мощный удар. Спиридонов принимает, Джойс пасует ему уже. Спиридонов, атака! Михайлов после четвертого. Леон скатывает мяч. Леонтьев доводит. Спиридонов атакует. По блоку опять принимает мяч. Ялотов доводит идеально. Жос. Спиридонов снова наконец-то получит. Все-таки дождались, пока выложит передачу, как на блюдечке с голубой каемочкой на один блок. И Спиридонов специально. Хорошо. Зауженный мяч. Зауженный специально. Олег наставил широко. И как вернулся. Отлично. Михайлов на подаче. Спиридонов принимает. Жос. Первый темп. Ай-яй-яй-яй. Куликова тут. Тут что нервничает-то? Передача заниженная. Да. Андерсон принимает. Без да вот нет. Алексеев скидывает. Где доводит. За голову. Леонтьев. Где мяч? Мяч в площадке. Мяч немножко так. Повезло. Точкой. Ялотов принимает. Потолок. Да, принимает. Это сет. 25-20. Ой, Ворон Олег напредпринял. Не доводит. Алексей пасует. Вон, атака. Смягчает мяч. Ялотов доводит. Жесть. Передача. Передонов. Касание. Самойленко, конечно. Все это видели. Планер. Кротко принимает. Михайлов. Чили был. Рузье доводит. Жось, Рузье, атака! Аут. Блок-аут. Здорово. Антонин играет в этой ситуации. 16-15. Головая. Рузье. Попадает Антонин. А вот теперь, ребята, понервничайте. Давайте вот при трехочковом отрыве будем... Вы забьете, мы забьем, вы забьете, мы забьем. Ледонов принимает. Джойс первый. Снова без темпа вынуждены мы атаковать. Ледонов принимает. Джойс. Рузье. Передача. Принимает Будько. Пасует сверху. Ай-яй-яй. Какая досадная для Казани ошибка. Ведь Кротков вытаскивал мяч на передачу, на атаку. Андерсон решил что-то там перемудрить. Посмотрите, перемудрить. Чем-то недовольны казанцы, смотрите. А недовольны они, что якобы заступил при атаке у нас. Ведь он же без блока атаковал практически. О заступе Антонина Рузье. А нельзя принять решение. Нельзя принять решение. Не надо мне показывать на большую камеру. Он говорит, где? Где вы видите заступ? Показывает на большую камеру. Ну, если честно, я с Олегом соглашусь, потому что целое... А я не соглашусь. Есть судьи, они принимают решение. Разозлили мы Казань. Да, Спиридонов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же так? В догоне так и в проигрыше. Отдача. Ошибается!
Мы выигрываем партию. Достают этот мяч. Закрываем утренний блок Леона. Здесь Квицкий с помощью сетки очень усложнил прием. Чудом поднял Мэтью Андерсон, тротких пасует. И атака в тройной блок. В руки Павла без руки. Леонтьев. Открывает теперь блок. Как волю с Леоном открывает Леонтьев. Атака, скидка. Жуть принимает. Леонтьев, скидка. Леонтьев доводит сам. Доигровка. На линии. Рузье. Атака. Михайлов принимает. Бучко достает фантастический мяч. Михайлов. Михайлов принимает решение атаковать с 9 метра. Сотков принимает. Первый темп. Ошибается Вольвич. Это Вольвич. Он не попадает в блок. Он бьет в трос. Ледона. Принимает, да. Рузье. Ай-яй-яй-яй, увы. Это сетбол уже казанского сетбол, да. Это уже матч. Хороший блок. Все решить своей подачей. Катит на Спиридонова. Рузье. Спиридонов страхует. Все. Михайлов скидывает. Мы проиграли эту встречу. И со счетом 3-1 и 26-24 партии Зенит Казань одержит. Нет. Помощи от Ореоля нам ждать сегодня нельзя. Вот здесь он достанет мяч. Спокойный розыгрыш должен быть. В голову попал Сергею Червякову. 24-23. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, не попадает Скримов. Дражен Лугурич. Первый планер Бусила сегодня. Еще он успел поднять мяч. Попадает Воронков. Как бы не завершился этот сет. Бусил, планер. Победа! 28-26! Мы выиграли этот матч! Верить, что не затянется игра сейчас. Да, Ваут отправляет мяч Павел Захаров. Матч заканчивается. Первую победу одерживают сосновоборцы. Всех болельщиков Соснового Бора мы поздравляем с этим событием. Слишком долго мы ждали этого момента. Первая победа случилась только в восьмом туре. Тем ценнее и тем радостнее сегодняшний день.